этот тоннель – это сооружение искусственное, которое мы строим открытым способом. У нас состоит из 4 так называемых участков. Первый, самый большой, основной, 600-метровый. Да, вот сейчас мы его заканчиваем, этот участок. Он здесь в опалубке, в съемной, да, которая сейчас установлена в виде этих синих щитов, там красных щитов. Вот, значит, происходит сейчас затвердевание бетона, набор прочности. И после того, как это все произойдет, мы снимем и будем дальше подходить земполотном. А внутри тоннеля находятся строительные леса, которые поддерживают опалубку и поддерживают ту массу бетона, которая сверху заливается на крышку тоннеля. То есть это для крышки тоннеля они являются опорной частью. Значит, и, ну, после затвердевания бетона также будет демонтирован, и тоннель будет готов. Соединение направления Ленинградского и Казанского, оно начинается отсюда, от этого участка. И для этого как раз и нужен тоннель, чтобы поезда в разных уровнях могли следовать на Казанский вокзал, а поезда МЦД-3 могли следовать на сторону Ленинградского направления и обратно сюда, на Казанское. Ну, то есть это зарождение, грубо говоря, соединительной части двух направлений.